постоим сегодня на тяге, посмотрим, что получится. Время сейчас у нас 8:30, где-то минут через 15 должна начаться тяга. Ну, посмотрим, подождем. Одна из самых таких душевных охот весенних — подождать кулика, понаслаждаться природой, угасающим днем, порадоваться наступлению тепла, побыть на природе. Ну, в общем, все как мы любим. Стрелять мы будем сегодня с МРочки, решил ей воспользоваться, попробовать. Не все же двухстволкой навальной попользовать. Поглядим как. Тем более за зиму я к ней пристрогаю, ну как, привыкаю за зиму с ней ходить. Потом перемена оружия, она на стрельбе в лед сказывается не очень хорошо. Ух, какой ветер поднялся. Ну, наверное, такой ветер тяги не будет хороший. Ну, посмотрим. Все равно надежда умирает последней, как говорится. Вот, расцвел первоцвет, медуница. Самые первые цветы наши, сибирские. Уже и подснежники сегодня видел в лесу. О, красота какая, смотрите. Песня, а не охота. Солнышко зашло за горизонт. Сегодня небольшие тучки на небе. Все успокаивается. Вот уже первый разведчик пролетел молча. Длинноклювый. Сейчас должно вот-вот начаться. Вот-вот должно начаться. А, пахнет сырой землей, распускающимися травами. Приятно даже просто постоять, послушать, понаблюдать, подумать о своем. Хорошая вот эта полянка. Много у меня на ней было приятных моментов. С каждым годом приезжаю, деревья становятся на вырубке все выше. Скорее всего, через несколько лет уже придется смещаться куда-то в другое место. Сейчас уже с трудом можно здесь пробраться. Время 9, ветер потихоньку стихает, но до сих пор еще ни одного кулика не было. Пока грусть, тоска. Ладно, ждем. В принципе, еще. Я думаю, так рановато. Солнце только село полностью. В ближайшие 10-15 минут, я думаю, тяга должна начаться. Ждем. Вот он пролетел. Тихо. Вот зараза. Молча. Будем ждать нормально скинущих. Если молча, может быть и самочка какая-нибудь. Зачем нам это надо? Он там дальним краем прошел. Не на выстреле совсем. Тоже не это, не такую. Просто пролетел, крыльями машет. Молча летает. Блин, раньше здесь вот пролет был. Что-то у него, то ли это какой-то вальшнут не той системы. Мимо. Гильзы собираем. Что ты будешь делать, а? Фу, опять промазал, короче, я. Не знаю, что такое. То ли патроны не той системы. Они меня, похоже, запомнили. Теперь здесь не пролетят. Скорее всего.
Ух ты, игроки. Двое пролетело друг за другом, прям в расстоянии в пару метров. Так что они все здесь пролетают. Сейчас еще постою, если будет тоже еще один там налет, буду перемещаться. Так, короче, опять там той стороной пролетел, надо переходить. Попробуем здесь. Попробуем здесь. Что скажешь? Раз ему нравится здесь летать, так елка мешает мне. Вот она. Блять. 5 минут. Причем сегодня какая-то атипичная тяга. Летят на скорости в жопу ветром подгоняемые. Классической тяги нет. Ну так, время без 15:10. Ну ладно, злее будем, тем долгожданнее будет добыча и приятнее. Просрал. Ну хоть хоркать начал. Ну залетел, зараза, а. Ветер мне в лицо. Ну короче, в эту сторону смотреть похоже. Надо было только выключить камеру, как сразу все случилось. Отличный выстрел. И вот он где. Застрял. На ветке. Вот он, кулик трофей. Достал его с дерева, стрес. Чувствую, хорошо попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я в тебя попал. Все кости переломаны. Ну, в общем, на этом все. До новых встреч.